Для процедуры гель-лак френч нам понадобится апельсиновая палочка, дегидратор Fantasy Nails, бескислотный праймер, база, цвет камуфлирующий в данном случае нежно-нежно-розовый, белый для френча, причем френч может быть любого цвета, также топ-финиш. Масло для кутикулы. Апельсиновой палочкой аккуратно отодвигаем кутикулу. Пилочкой для натуральной ногтевой пластины 180 грит удаляем птерики вдоль кутикулы и боковых валиков, тщательно отодвигая их. Ногтевую пластину мы зашлифовываем при помощи шлифовщика до придания матового оттенка. При помощи щетки убираем излишки пыли. Первое наносим дегидратор. Это чтобы высушить ногтевую пластину. Обезжириваем. Затем наносим бескислотный праймер. Даем ему высохнуть. При помощи кисти для наращивания мы наносим базу. Аккуратно наносим базу небольшим слоем, капельку. Теперь распределяем ее кистью, тщательно втирая в ногтевую пластину. Также не забываем про свободный край. Сушим в ультрафиолетовой лампе в течение 2 минут. После чего наносим нежно-розовый оттенок гель-лака. Для придания ногтям красивого розового здорового оттенка. Равномерно распределяем, чтобы не оставалось никаких полос. Можем убрать излишки. Иначе получится неестественные ногти. Так, свободный край мы освобождаем от розового гель-лака при помощи чистой кисти. Ровно ту ширину, куда у нас ляжет белый материал. После чего сушим в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Теперь при помощи тонкой кисти мы наносим белый френчик. Помните, что френч можно выполнить в любом цвете. В данном случае мы делаем белый. Аккуратно рисуем усики. Можно повернуть к себе пальчик удобнее. Торцы не забываем. Если вдруг у вас получилась кривая улыбочка, можно ее со стороны камуфляжного цвета аккуратно чистой кисточкой подкорректировать. Сушим 2 минуты. Далее наносим топ финиш. Перекрываем всю нашу
конструкцию прозрачным, чтобы не было разницы между камуфлирующим и белым оттенком. Заполняем это пространство. Тонким-тонким слоем, как прозрачным лаком. Не забываем про торцы. Все, также сушим 2 минуты. После чего мы вытираем липкий слой при помощи специальной жидкости для удаления липкого слоя. И наносим масло на кутикулы. Процедура наша покрытия гель-лак готова. Желаем быть красивыми. Всего доброго!